сегодня 14 июля, и мы едем в отпуск. Вот наши чемоданчики. Йо, друзья, у нас пакет мусора. Мы с собой его берем. Сейчас все, загрузимся, потом в Шереметьево. Ночь. Не повторяй время. Время 22:15, 14 июля. Дорога у нас до аэропорта 1:08. Ага. Шереметьево. Ага. Поэтому мы прыгаем потихонечку. Наш площадка. Мишка. Говорит он вам привет, друзья. Друзья, приехали мы в аэропорт, терминал D, вот на такой газельке, тачку поставили на парковке. Пошли на регистрацию, билетики у нас. Диана в ожидании. Сейчас скоро у нас будет посадка и полетим в Анталию. Так, ребятки, наш рейс. 6:86. Сейчас мы будем садиться в самолет. Вон он стоит наш. Смотрите. Друзья, получили мы чемоданы. Йоу! Время у нас 7:25 утра. Народу полно. Сейчас поедем в отель. Друзья, наконец-то мы вышли из этого аэропорта. Ищем свой автобус, друзья. Друзья, сейчас сказали температуру воды 28 градусов, а температуру воздуха 32 градуса. Друзья, приехали мы в отель. Пьерра Дельта. Что там тебе? Браслетик на ней? Да. Пьерра Резорт Спа Алания. Пьерра Дельта.
Зовите его нормально. Пердельта. Не Пердельта. 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 А просто Пердельта. Друзья, ну все, мы все доки заполнили с Дианой. И сейчас мы идем кушать. Кафе. О, пойдем здесь посмотрим. Не знаю, смотрите, тут кафешки какие-то. Мы еще пока ничего не знаем. Сейчас все посмотрим. Да, Define. Просто. О, там горочки у нас. А там и море, и басик. Друзья, йоу, смотрите. Вот это крутяк. Смотрите, что у нас тут есть. Вообще красава. Огонь. Ладно, сейчас мы перекусим. Потом 12 сказали заселяться. В общем, мы еще увидимся. И мы еще не ели. Да. Два дня. Друзья, в общем, проспали, все, сейчас идем ужин с Дианочкой. Друзья, ну, в общем, взял я ужин, вот у Дианы, посмотрите, курочка, картошечка. Дианочка сидит, клюет, я вот все тоже взял, картошечка, мясо, рыбка, ну и салатик какой-то. Блин, в принципе, нормально. Мне начинает уже потихонечку нравиться все. Народ вон прибавляется. Дядька что-то там бубнит на своем бельчермене. Друзья, в общем, поужинал. Сейчас разделся, покажу вам территорию. Я еще, правда, сам здесь ни разу не был. Так, смотрите, не газончик здесь. Качельки. Можно будет посидеть. О, посмотрите. Шахматы. Офигенно. Вот мы с Дианой порубаем. Она любит шахматы. В принципе, территория такая ухоженная, красивая. Релакс-пул. Направо, пойдемте посмотрим, что тут за релакс. Пул. Так, ну здесь, смотрите, скамеечки. Тоже такое местечко. Можно шашлычок тут поджарить или хрен узнает, что сделать. О! Детские площадочки. Офигеть! Теннисный корт. Слушайте, ребята, да здесь территория-то ого-го. Второй бассейн. Да.
лежачки. Офигеть. Друзья, мне начинает здесь очень нравиться. Первое впечатление, конечно, было не особо. Встретили плоховато, там, ну, с едой, с заселением. Но в целом территория вообще отличная. Смотрите. Басик. А посмотрите, какой пейзаж. Вот здесь море. Просто офигенное. Просто офигенно. Это типа, наверное, снэк-бара. Да, походу снэк-бар. Снэк-бар, друзья, здрасте. А здесь снэк-бар, да, получается? Нет? А, пицца, не, нету? Пицца, гамбургер, не? Здесь? Нет? А что тут это? Амма. А. Короче, ни хера ничего не понял, но очень интересно. Слушай, ну прикольно, прикольно. О, тут даже можно спуститься на море. Друзья, друзья, мне здесь нравится. Смотрите. Пойдемте вниз сходим. А не, не пойдем, давайте отсюда поснимаем. Красота. Красота. Лежаки. Слушайте, друзья, ну, в принципе, очень круто, на самом деле. В общем, за $33 сейчас меня прокатят на парашюте. Турки молодцы, согласились, так стоит 50. Телефон дышал, да, нет? Это просто тебе хорошо. Я понял. Это другой ничего не было. Пожалуйста. Все, я понял. Фотки оставлять берега. Фотки оставлять. So dangerous, I get this rush when I'm with you.
обряд. Кого-то в жертву приносит, наверное. Пришли в снэк-бар. Ребят, ну вот взяли мы, в общем, в снэк-баре картошку фри, макарошки, мяско, гамбургеры, салатики какие-то на пробу. В общем, жить можно, есть можно. Приятного аппетита всем. Друзья, пожрали. Просто обалденно. Живот полон. А вот смотрите, что делают лепехи. Лепешки с сыром, там укропчик, мясо. Фу, в общем, мне здесь нравится, ребятки. Ну, проблем с едой здесь вообще нет реально. Шкафки полно, просто изначально, когда мы заехали, как-то все не сложилось. Маловато у них пищи оказалось на дядю Сашу. Опять все проспали. Как обычно. Ой, как обычно, время уже 9. Завтрак. Потому что, вот, ну, в 7 утра это как в школу идти. Да, завтрак начинается в 7 утра. Вот сейчас идем. Посмотрим, что там у нас есть. Кофейку попьем. Да. Может пойдем. Ребятки, ну мы взяли себе позавтракать, смотрите, булочки какая-то, мяско, огурчики, помидорчики, колбаски, здесь еще порция, оливочки, кофе, медиановый. Я протираю. Сейчас пожрем, сейчас покушаем и на море попрем. Попробуйте огурцы. Вкусно?
А вот помидоры и бывают вкусные, бывают невкусные. Они разные бывают. А, круто. Ребят, сейчас снимаем видос, реакции Дианы на лимон. А я люблю лимон. Да. Нормальная реакция? Может, это не лимон, Диан? Это лимон. Да? Не кислый? Если... Вот у меня сейчас слезы потекут, потому что это лимон, у меня стекла потекут. Ну, нормальный, такой, как у нас. Или послаще, да? Сладкий лимон, наверное. Нормально. Нормально? Смотрите, какая бургер сделала. Огурец. Какая-то сосиска с чем-то. Колбаса, да? Колбаса. И вот. Все. Как его поднять? Наверное, лимончика добавлю. А что? Слушай, ну и помидорчик туда, да? Да помидор туда уже не влезет. Толстый помидор. Друзья, мы позавтракали с Дианочкой. Направляемся на море. И на шахматы. Ну, шахматы. Да нет, шахматы попозже. Нет. Смотрите, как здесь красиво. Пальмочки стоят. На шахматы, слева басик. Справа здесь шахматы можно поиграть. Большие. Вон там у нас баскетбольная площадочка. Там еще один бассейн. О, класс, блин, я прям покушал, Диана, вообще от души. Тоже. Тоже? Живот полный. Потом, друзья, засниму еще обзорчик на отель. Площадочка детская. Вон курочка какая-то тут вылезла откуда-то. Сними еще раз. Без, пойдем. Идем на горку, ребята. Друзья, пекут здесь лепешечки разные. С картошечкой, с сыром, с творогом, с мясом.
Очень круто. Ребят, на улице здесь тоже есть вкусности. Тушеные овощи, лучок. О, а это что такое, курочка, что ли? Курица-гриль. Это какой-то пиде. Плов, наверное, мяско, гри. Арбуз. Вот так вот кормят в этом отеле. Здрасте. Можно микс? Спасибо большое. Ребятки, вот такую вот омлетик сделали мне, смотрите. Ребятки, уезжаем. Смотрите, там басик. Пивос. Ребятки, хорошо попили пиваса. Ждем автобус. Автобус у нас в 2 часа 30 минут. Время у нас 12:30. Диана, что хочешь сказать? Друзья, вы будете сейчас в шоке. Что случилось, да? Что-то увидела, походу. Сейчас посмотрим. Давай, рассказывай. Короче, вы думаете, это обычное зеркало, посмотрите туда. Ага. Посмотрите внимательно. Это что дверь. Это дверь? Офигеть. Это дверь. Тайна комната. Ага, видимо. Так, Гарри Поттер стоит. Сейчас мы пообедаем. Либо поедем в аэропорт. Ребятки, ну все, короче, выезжаем. Сели в автобус. Дельта Хотел. Чао, бомбины, сори. Ничего не забыли? Ну все, телефон взял, все взял. Отель «Ботаник» Платиновый. Да, он красиво светится. Сейчас, друзья, я вставлю вставочку, как он светится ночью. Вот это отель «Ботаник». Смотрите. Красава, да? Вообще супер.